Поклонников Батырхана Шукенова ждет огромный сюрприз в день рождения певца. Завтра будет выпущен клип на песню Аделя Чекилова «Осель». В видео войдут редкие кадры из личного архива Олжаса Байканова, те, которые ранее были недоступны широкой общественности. Также в клипе будут использованы отрывки из музыкального фильма «Джулия» 1993 года. Режиссером готовящегося клипа стал Алишер Сулейменов. А уже в сентябре в Алматы и Астане откроется уникальная фотовыставка, посвященная памяти Батырхана. На ней посетители смогут увидеть уникальные фотографии из личного архива певца, а также закулисные фото, запечатленные моменты с репетицией многочисленных выступлений. Не пропустите!